Два игрока сыктывкарского клуба «Строитель» вызваны в юниорскую сборную России по хоккею с мячом для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщил директор клуба и президент Республиканской федерации бенди Константин Агафонов. Вратарь Макар Екишев и нападающий Павел Арзубов примут участие в сборах российской ледовой дружины в Красноярске. Как отметили «Строители», с этого сезона юноши клуба тренируются вместе с основной командой. И это дает хорошие результаты. Прогресс налицо. Отметим, что юниорский чемпионат мира пройдет в конце января в Красноярске.